7 на 8 февраля в джума-мечети имени Саида Афанди Каспийска мусульмане города провели священную ночь Мирадж. Председатель Совета имамов муниципалитета Мурад Исмаилов провел для присутствующих религиозную лекцию, где рассказал о правилах проведения и истории этой священной ночи. После вечерней молитвы пророку Мухаммаду, мир ему и благословение, явился ангел Джибраил. Он предложил пророку отправиться из Мекки в Иерусалим верхом на крылатом животном бураке. Зверь двигался в 100 раз быстрее лошади, поэтому скоро преодолел расстояние в 1240 километров. В Иерусалиме пророк помолился и снова предстал перед Джибраилом. Тот предложил ему две чаши с вином и молоком. Пророк отказался от алкоголя и вознесся с ангелом на небеса. Там они встретили других пророков, в том числе первого человека Адама, пророка Ису, мир ему и благословение, с матерью Марьям, а также пророка Мусу, мир ему и благословение. В эту чудесную ночь Мирадж пророк Мухаммад, мир ему и благословение, встретился со Всевышним Аллахом, увидел рай и ад, где мучились грешники. После возвращения он рассказал об этом своему народу, дабы привести их к праведной жизни. Отметим, что ночь Мирадж не обязательный, а дополнительный духовный праздник. Его отмечают не все. В этот день не принято шумно веселиться. Это время кротких молитв. В этот день нужно каяться в грехах и прощать обиды, молиться и обращаться к Богу, читать Коран и проводить время в мечети, а также желательно поститься и раздавать милостыню нуждающимся.